рынка Великобритании. Вот, уже есть опыт экспортирования порядка 10 лет, в том числе и в России опыт, но специалисты компании нашли в наших опрыскивателях ту машину, которая отвечает их требованиям. Вот. И из большого выбора других альтернатив они выбрали именно нас. Допрыскиватели будут нам интересны на наших полях, поскольку они легкие, они просто использованы, у них очень простая конструкция, и плюс они безопасны для механизаторов. Мы посетили завод, посмотрели само производство, как это все осуществляется, после чего договорились об основных условиях поставки для начала двух опрыскивателей, тестировали эти опрыскиватели на территории нашей компании. И впоследствии хотели бы, конечно, мы самостоятельно ремонтировать эти опрыскиватели, оказывать услуги другим лицам, которые имеют в собственности. Мы так рассматриваем такой вариант, это было бы очень интересно. Готовы к постоянному круговороте. Они договорились, речь идет о совместном сборе, Это вот как раз вы подписались. То есть мы знаем для чего, и машину готовим конкретно под потребности хозяйства. То есть потери, которых мы вот 44 единицы мы пока сегодня эксплуатируем разных брендов. Господин Уилли, очень был приятно удивлен, говорит, у меня завод чуть больше территории занимает. Вот тогда вот возникла вот эта идея. Я из личности предложил, говорит, а что вам мешает собирать ваши машины у нас на этом участке? Это баки, это в России, шасси в России. Тем более, значит, chassis in Russia. Тем более двигатели, камера, значит, у нас самые, наверное, распылители и там, the sprinklers, насосы. Мы из ведущей компании в области опрыскивателей в Англии. I also have a separate company which is spy applications, so testing the product. So we fully understand everything that's needed. Базирующийся фонд, то есть мы полностью понимаем, что нужно.